Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кунг-фу Кликер. Так, и что же у нас здесь происходит? Давайте-ка определимся маленько. Так, мне написали в прошлый раз, что я не всех мастеров поставил. А кого я не поставил, а? Я что-то не могу понять, вроде бы как все у меня стоят. Так, Хан стоит, это у нас, как ее звать-то, Горе Луковая, как вы видите, стоит. Боксерушка у меня стоит. И красотка Джейн у меня тоже стоит. Так что я не знаю, что вы, ребята, мне там писали. Так, а здесь что это такое у нас? Забрать, конечно же, забираем, ребята, все эти ежедневки, которые у нас и анчивки делаются. Естественно, все это будем забирать. Так, второй день, получаем. Что мы здесь такое? Ага, деревянный ящик. Так, и все, что ли? 20 цветочков. Странно. А зачем они нам нужны? Что они нам дают? Без понятия пока. Ладно, через 35 секунд, ребята, на нас надвигается волна. Так, опа, еще один сундучок, ребята, мы зарабатываем с вами. И здесь 216 триллионов голды. И 5 гемов. Отлично. О, у нас доступна рулеточка. Ну-ка. Давайте удвоите свое состояние. Поехали крутить, ё-моё. Так, как? Просмотр видео для запуска. Это обязательно нужно делать, ребята, а? А так нельзя крутануть, что ли? Подписаться. Нет, не надо. Только не это, только не сейчас. Давай смотреть. Так, 4x, ребята, действует 2 часа. Неплохо, я считаю. Так, ребята, буквально через 27 секунд пойдут архаровцы на нас, поэтому нам нужно улучшаться. Это единственный способ противостоять всем этим бандитам. Давай, ребята, давай. Так, пиццу гони. Бабки гони, все гони. Ну давайте. Слушайте, я, по-моему, его прокачал уже по максималке. Да? Я, конечно, кликаю. Скорость x2. Вот, ребята. Босс же у нас здесь. Ядрить тебя на корень. Слушайте, я боюсь, что мы сейчас здесь. Ну, давай бомби ее, Хан. Давай, хорош там жрать бутербродики свои. Ну, слушайте, но уже неплохо. Мы с вами... Давай, стреляем. Ой-ой-ой, как больно. Падает, да? Падает, ребята, к сожалению, падает. Здесь по-быстренькому улучшаем. Так, давай, боксерушка, ну! Ну ты будешь драться-то, ё-моё, что ж ты как... Ай, засранец ты. Ну, а здесь? Да дайте мне добить, ё-моё, тут есть. Босса, ребята, я победил. Так, ну, давай. Отлично, ребята, здесь все получилось. Так, по-быренькому. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, кликер, у меня уже палец, ребята. Палец отсох. Ну, давай, тут совсем немножко осталось, ребята, совсем чуть-чуть. Я не хочу терять свои бабки, понимаете, в чем дело? И, да, это было эпично, ребята. Мы с вами прошли босса и получили серебряный сундук. Глядим, что в нем. Горе Луковое, отлично. Ханбургер, шикарно. 444 триллиона голды и один гемчик. Великолепненько просто, ребята. Плюс у нас здесь, да, у нас здесь повышение уровня. Без раздумий сразу же мы это делаем. Вот так вот, хорошо-то как. Просто прелесть. Ладно, возвращаемся. Лечить. Давай, вставай. Надо, ребята, вот эти вот зальчики все-таки прокачивать. Только благодаря этому они могут довольно неплохо стоять. Вы сами это видели, как у меня хорошо стоял Ханбургер. Несмотря на то, что он у нас как бы самый слабенький на самой первой комнатке стоит. Но как же он все-таки был хорош. Как он дал им люлей, а? Отлично. Просто львиную долю ущерба именно он нанес. Так, мы с вами прокачиваем, ребята, прокачиваем дальше. Ой, у меня уже денежка улетает просто с опупенной скоростью.
Так, здесь мы тоже, ребята, с вами подлечим наше горе луковое и также продолжаем апать наше здание. Что? 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 Да ладно тебе! Как так быстро-то? Эй! Так, Ханбургер, вся надежда на тебя. Вся надежда на тебя. Ну, во, неплохо. Сейчас мы наносим ущерба. Вот, отлично, отлично, отлично. Ребята, стоим, 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 стоим. До последнего стоим. Ай, упал. Он упал, ребят, к сожалению. Ну, давай, горе луковое. Отлично, очень хорошо получилось сейчас у тебя. Ууу, вообще. Вообще великолепно. Ребят, деревянный сундук мы получаем. И что же в нем? Еще 148 триллионов голды. Такие суммы просто бешеные, ребят, мы с вами зарабатываем. Слушайте, а для чего мы с вами выбили цветочки, а? Кто мне скажет? Так, давайте-ка вот здесь еще боксера нашего прапаем. Должны быть все вот эти, ребята, 5 ячеечек заполнены зеленым. Тогда я считаю, что это максимально у нас прокачана комната. Хотя я думаю, что можно еще будет ее прокачать. Так, и Джейн, красотка наша. Давай, 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 давай. Улучшайся, улучшайся, комнатка. Здесь же вроде бы можно как-то не по одному делать, а на x, например, 10. Да, x15, x20. То есть многократное сразу увеличение. Так, что мы здесь с вами заработали? Смотрим. Забрать, конечно, забираем. Здесь и здесь. Все, отличненько. Так, через 8 минут мы получим с вами 5 гемов. Неплохо. Так, коснитесь экрана 1000 раз. Ежедневочку забрали, ребята, или анчивка это. Так, смотрим, что вот это такое. Вот мне интересно просто-напросто. Так, просветление. Ты получишь 1200. 1200, если я сейчас в данный момент сделаю просветление. Хо-хоу. Это мне хватит, знаете, на что? На святыни. А святыни это что? Постоянный бонус в вашем додзе. Так. Но тебе следует накопить больше ци. Ага, мне нужно ци, ребята. Я получу 1200. Запас 70 всего лишь. Ну что, будем делать с вами просветление? Я думаю, наверное, стоит. Стоит. И тогда мы... Давай, сделаем, ребята. Восхождение, улучшение 33, так, комнат рейд 101, битва 0. Поехали. Как вы знаете, после обновления мы начинаем с нуля. Но все наши бойцы и это все остальное у нас сохраняется. Единственное, мы получаем обалденные плюшки. И посмотрим сейчас, что же нам с вами достанется. Так, 134. Да ладно, блин, там же было написано 1200. Почему 134? Это обман, ребята, это был обман. Додзе будет полностью обновлен. Спасибо тебе большое, блин. Вот это ты мне удружил. Так, где мне взять еще одного бойца? Кто мне скажет, а? Так, горе луковое. Скажи-ка мне на милость. Ребят, ну согласитесь, там же было 1200 ци, но никак не 100. Просто какой-то обман был, ребят, просто обман. Хорошо, ладно. В принципе, мне не затруднит быстренько также подняться на свой же пьедестал. Обидно, конечно, что я слился. Вот это да, вот это было обидно. Так, раздевалка. И буквально через минуту, ребята, на меня пойдут первые ребятушки, будут разбираться со мной. Что такое? Посмотрите видео, чтобы усилить додзе. Бонус к урону при касании. Так, и бонус к скорости производства. Наверное, мне нужно... Так, а на 5 минут? Нет, спасибо, мне не надо. Слишком мало, 5 минут, ну что это, ребят, да? Это вообще ни о чем. Так, давай, давай. Ах, у нас уже нет голды. Не хватает, ребята? Не хватает. Так, раздевалка. Берем. Все, и ждем, ребята, ждем, ребята. Они уже должны идти. Бесплатно. Через 13 секунд они уже будут, ребята, здесь. Будут у меня в додзе. Будут опять, как говорится, качать свои права. Но я думаю, что Ханбургер первую волну отразит просто на ура. Да-да-да-да-да, вот они уже идут. Я уже начинаю потихоньку их разбирать. Ну-ка.
Ой, как хорошо, ой, замечательно как. Получил первый свое. Давай, бургер, вали, малорик. Ну, как я вам и говорил, что с первыми ребятами мы справимся без особых причин. Давайте смотреть, что у нас в деревянном ящике. 706 миллионов голды. Отлично, для первого, как говорится, подъема мне вполне достаточно. Так что делаем это моментальненько. Ну, отлично, здесь прокачали. Давай теперь нашего боксерушку прокачаем. Давай, 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 родной, качайся, качайся. Так, у нас тут еще комната отдыха и зал медитации. Так, там нужно 2,59 миллиарда. 2,59 миллиарда. Опупеть суммы. Я представляю, ребята, если бы хотя бы 1/100 этой суммы иметь у себя в реале. Да, губишки раскатили, да, ребят? Ну что ты стоишь, давай сюда свои деньги и пиццу. Так, хамбургер, ты как себя чувствуешь, нормально? Бутербродик свежий? Смотри, не подведи меня. Так, забираем. Ежедневный ход. Так, через 3 минуты, ребята, буквально получим 5 гемов. Продолжаем апаться, О-о-о-о-о-о-о, ребята, уже пошла волна. Пошла волна, это вторая у нас. Не забываем, 5 волн будет босс. Так-так-так-так-так-так. Давай-д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 авай. Отлично, отлично, ребятушки, все хорошо прошло. Давай-давай, ах ты, чтоб тебе, хан, держись, роднуля. Малорик, выстояли мы. Так, это была вторая волна. Красотка Джейн, я ее могу, ребята, прапать. И это очень хорошо. Ну что, красотуля-то моя, давай. Будем мапаться с тобой. Так. Урон у нее 189-244. Повышаем. Да, прилично, ребята, прилично. И не забываем, что она увеличивает прибыль в своей комнате на 275%. То есть, по большому счету, этого персонажа надо всегда ставить на самый верх. Это у нас крыша, получается, да? Но, по-моему, же на крыше нету заработка бабла. Или же я чего-то путаю. Не помню, ребят, хоть убей. Ладно, давай мы сделаем вот так вот. И крыша почти 500 миллиардов нужно. Хорошо. Но мы, наверное... Погоди-ка, а можем ли мы ее отсюда, например, убрать? Так, снять. Снять, да? Да, ребята, мы можем ее снять и поставить уже куда нам угодно. Назначить. Да, в принципе... Ничего в этом, как видите, страшного нету. Мы просто снимаем персонажа с нужной или с ненужной комнаты и ставим туда, где он будет нужнее. В принципе, все отлично. Групповая закупка. А, вот, ребят, погоди-ка, групповая закупка. Да-да-да, вот, мы можем с вами делать по максималке. То есть я один раз кликаю, и у нас все деньги тратятся и прокачиваются по максималке. Вот так вот, ребята. Так, я думаю, даже будет лучше. Видите? Не надо кликать постоянно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегут, бегут, бегут охламоны с ножами. Мы, видите ли, с бутербродами. Нет, горе луковое у меня все-таки с луком. Давай, давай, давай. Отлично. Давай этого охламона с кием он уходит. Видимо, не наигрался в бильярд. Ну что ж, ребята, эту волну мы тоже прошли. 7 триллионов голды мы получили. Отличненько, я думаю, что мне, нет, не хватит. А нет, хватает, ребята, хватает. Все, вот крыша у нас. Давайте мы отсюда снимем Джейн. Именно вот отсюда мы ее снимаем и выставляем на крышу. И мне очень сильно хочется узнать, ребята. Так, где же у нас... Оу, погоди, это что такое? Мини-маркет. Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Вот они, ребята, новые школы Додзе. И чтобы открыть, нам нужно 69 квадромиллионов, ё-моё. Я такие квадромиллионы и там квинтимиллионы только в детстве говорил. Я думал, что это нереальные как бы названия, но на самом деле это все существует. Ладно, квадромиллионы. Ох, жесть. Так, через 10 секунд уже идет на нас, ребята, следующая волна. Ого. Так что приготовились, ребятушки. Зачем я эту комнату лапаю, если здесь никого нет? Ой, дурила, дурила. Так, все, идут, да? Идут они, заняться рейдом, естественно, заняться. Ай!
Немножечко не успел, ребята. Хорошо, фиг с ним. Ой, а здесь их уже в разы больше идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай. Я пробую, ребята, не надо суетиться. Противостоим. Есть! Ха-ха! Отгребли свое по полной программе, ребята. Мы получаем, опять же, деревянный сундук. Ханбургер. Жалко, конечно, не хватило ему на ап. Ну, и на этом, как говорится, спасибо. Так, делаем. Смотрите, ребята, у меня дальше... Короче, она накапливается, эта полоска, потом опять спадает и идет заново прокачка. Отличненько. Так, у нас пока триллионы идут. Нам нужно, ребята, зарабатывать очень много-много денег. Вот смотрите, уже 7,6 квадромиллионов, да? А нам нужно с вами 69. Хорошо, мы потерпим, мы подождем. Накопится сейчас, никуда это дело у нас не денется. Смотрите. Опачки, 11. Отлично. Так, давайте тогда вот здесь мы пропаем. Что ж такое, чтобы они не проставили у нас комнатки просто так. Слушайте, ну у нас еще должен быть, ребята, один боец. Один боец, где мне его достать? Почему он у меня не выпадает? А? Почему? Я требую именно его. И дальше у нас еще тут мастера будут. Хочу посмотреть, ребята, диван Асану. Да, такое хорошее название, да, диван Асана. Так, ну это позже, это нам не нужно. Додзе по максималке. Здесь, естественно, ребята, пока ничего не проводится, потому что, как я вам говорил, игра еще закрыта для массового, как говорится, приобретения. Она откроется в сентябре. А пока, ребята, разработчики мне предоставили шанс показать вам, что игра из себя представляет. Она напоминает мне Dungeon Incorporation. Помните такую игру? У меня есть тоже обзор на нее. Можете посмотреть. Так, ну что же. Через 15 секунд у нас идет волна, ребята. Через 15 секунд. Я, в принципе, готов к труду и обороне. Вот здесь я прапаю. Так, ну что, почти 14 квадромиллионов у нас тут будет сейчас получено. А я пока займусь, ребята, волной. Оу, тут же у нас босс, ёлки ты палки, босс. Сам босс к нам наведался. Давай, Бургерхан, давай, Бургерхан, ну. Слушайте, ребят, я считаю, что он хорошо отработал здесь. Очень хорошо, ничего не имею против. Молодец. Ты посмотри-ка. Горе луковое, умничка ты просто мое. Золото ты драгоценное, это мое. Вы видели, как она просто расстреливала этих ребят бесщадно. Ох, да, красотка Джейн, я могу ее прапать. Я могу прапать, ребятушки. Ай. Наши дела идут настолько хорошо, что пора расширить нашу школу. Я подыскал новое место, где можно будет тренировать еще больше учеников. Да? Да, ребята. Ха-ха-ха. Диван Асана. Открываем. Неплохо. Конечно, тут придется потрудиться, но я уверена, ты справишься. Ты можешь переходить в другие свои додзе, проводя пальцем по экрану. Да, ребята. Отличненько. Новое додзе у нас открылось. Кухня. Кухня. Так, столовка. Ой, квинтимиллионы тут уже нужны, ребят. О-о-о. Так, а я пока прапаю красотку Джейн. Ай-яй-яй-яй-яй, какая же она действительно красотка. 288%, ребята, у нас идет прибыль. Но также, ребята, не стоит забывать, у нас с вами открывается, ну, вторая школа открыта. И два рейда уже будут сделаны. То есть будет и на первую школу идти, и на вторую. По-моему, так, если я не путаю ничего. Так, ну что, здесь у нас через... Эй, вставай, братюня! Развалился там. Так, давай забираем здесь. Сейчас опять у нас пойдет, ребятушки, волна. Обязательно пойдет. А я в этот момент буду пока апать. Все, ребята, идет волнуля. И я пытаюсь противостоять. Я должен здесь их победить. Должен, ребята, просто обязан. Есть. Так, этого тоже давайте валим. Ну-ну-ну. Ханбургер, не подведи меня, пожалуйста. И, по-моему, он не подведет. Нет, подвел маленько, он упал. Жаль, очень жаль. Деревянный сундук получаем. И в нем нам достается 18 квинтимиллионов. Да.
Лечить придется мне, ребята. Так, смотрим дальше. Надо нам, наверное, вот в этот маркет перейти. И... так, тут столовка. Залката. Залката у нас никак не получится. Разделка тоже не получится пропать. Но сюда же я, по-моему, не могу поставить этих мастеров. Или могу? Нет, по-моему, не могу, ребята. Да, это если только переставить их. Это невыгодно для нас, невыгодно. И как смотрим, ребята, здесь... здесь никто не будет идти. Не будет здесь никто идти, ребята. Но мне нужны мастера. Странно, а как же мне их заработать? Именно вот новых мастеров. Именно для этой школы додзе. Хм. Вот это для меня уже какая-то загадка, прям натуральная. Как я должен получить новых мастеров себе? Что такое 1 час 33 минуты? Это что такое? Ага, набор содержит, понятно, 200 гемов, 100 просветления. Нет, это мы не будем пока делать. Плюс не забываем, что у нас до сих пор еще идет 4-кратное ускорение на все дела. Так. Слушайте, а может быть попробовать нам сделать... ну, для пробы, ребят, я для пробы, переставить. Нет, все равно никто не идет. Странно. Я, знаете, что думаю? Вот они, например, здесь проходят. Они, по идее, потом должны идти сразу автоматом на вторую школу, да, после крыши. По-моему, так. Не могу, ребята, вам точно на это ответить. Это все нужно будет смотреть, экспериментировать, ребята. Так, давай-ка мы здесь с тобой вот так сделаем. Ну, когда там волна, ребят? Когда? Следующая волна. О, через 21 секунду. Я жду этих охламонов. Хамбургер, конечно, уже здесь не будет справляться. Прапаем маленько. Так, сколько он даст нам? Ты получишь, смотрите, ребята, 1200 здесь написано, да? А на самом деле 120. 120 просветления он дает. Так, заняться рейдом, елки-палки. Сижу тут, любуюсь. На меня уже эти бандиты нападают. А я там смотрю, сколько мы заработаем с вами. Просветление. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай. Мне нужен деревянный сундук. Ай, бургер упал. Да что ж такое-то? Бургер. Ну как же так, а? Какие такие суммы. Обалдеть просто. Лечить. Не буду я тебя лечить. Будешь у меня тут лежать до последнего. Пока сам мне не отхилишься. Так, и вот так вот. Ага, все, пока у нас хорошо, ребята. Но надо как-то мне заниматься и вот этим вот додзе. Додзе, додзе, додзе. Так, тут квинти миллионы, ё-моё, квинти миллионы. 384, у меня всего лишь 19. Пупеть. Так, горе луковое, я не могу здесь никого прапать. Нет, ребята, не могу пока. Ну, это ничего страшного. Вот, смотрите, видите, ребята, вот, диван Асана. Здесь тоже должны быть свои мастера. Так же, как и здесь, я еще одного не нашел. Соответственно, я должен, получается, вот здесь отбить волну, получать деревянные ящики и из них уже выбивать новых мастеров. Но почему-то сюда никто не идет. Может быть, потому что мне нужно это дело все прокачать. Опять же, пока неизвестно. Посмотрим, все методом проб, ребята, у нас будет. Так, 47 секунд. Буквально, ребята, волна пойдет. И мой хамбургер тоже, как говорится, оклемается в конце-то концов. Так, давай. Отлично. В каждую комнату можно поставить по мастеру. Нет защитника, ну это понятно, ребята. Но согласитесь, комнат у нас больше, чем мастеров. Как же мне тогда интересно быть? Неужели тут будут двойники, дубликаты? Ну это вряд ли, конечно же. Кто нам тут даст дубликаты? Никто. Но ведь в этих комнатах, по идее, должны быть, должны стоять мастера. Иначе как-то нелогично получается, да? Будут комнаты простаивать. Хм. Хотя они не простаивают, они прибыль-то нам все-таки приносят, но...
Так, ребята, мой хан-бургер уже оклемался, и мы ждем волну. Она уже не за горами. Вот она, ребята, вот она, волнуля. Идет. Идут охламоны. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как мы его, ребята. Так, давай, пробиваем. Блин, опять он упал. Оу, смотрите, ребята, они уже сильнее, они уже пошли. Ну-ка, горе луковое. Ой, красота, да у нее урон просто сногсшибательный. Ребята, 91 уронку она наносит в секунду. Опачки, опа, пулечки, ребята, новый мастер. Забивашка. Забивашка. Я даже сейчас вот сумму денег получил, я даже боюсь ее выговаривать. Сентиквиллион или как там она звучит. Так, ребята, мы получили с вами забивашку. Давайте посмотрим, что это. Забивашка, эта милая крошка легко выпустит кишки. Ну, судя по тому, что она стоит с катаной. Так, подрезка связок. Ее атаки снижают скорость врага на 2 секунды. Все, я понял, ребята. Назначаем ее, наверное, здесь, да? Что ж, неплохо. Забивашка у нас появилась. Забивашка, забияшка. Вот, молодец. В зал Кати она будет находиться у нас. Так, ты будешь тут уже вставать у меня или нет? Смотрите, ребята, у него отхил идет в разы быстрее, чем рейд. Так что можно даже на него не тратить гемы. Шикарно. Так, здесь мы забираем, нанять 5 мастеров. Так, соберите всех мастеров в мини-маркете. Ага, ребята, это был у нас, по ходу дела, последний мастер, да? Оу, получаем 5 гемов. Отличненько, замечательно, чудненько. Вот, то есть получается, что... Что такое опять? Что? А, здесь можно еще забрать. Оу, гемы-то нам просто сыпятся в карман. И что здесь у нас? Погоди-ка. Мне сказали, что я всех мастеров собрал. Ага, не всех, ребята. Я в Дивансане, вот, забивашка, она отсюда. А здесь-то еще не собрал, так что вы что-то тут, ребята, путаете. Так, ну что, сэр мордобоец, повышаем тебя. Прошу на ринг, достопочтенный сэр-негодяй. Знаете, такой англичанин истинный. Каждая его атака приносит 13,42 квентимиллиона, ё-моё. Вы представляете, просто за удар. А если он будет там стоять до посинения? Да, я еще могу ее повысить. Третий уровень. Офигеть. Действительно, его удар просто на квинтиллион. Так, а мы с вами и спускаемся дальше ниже. И смотрим, ребята, 20 секундочек осталось. Ой, какие сейчас тут были суммы пролетели. Ужас, ребята, просто ужас. Ужас, я имею в виду в хорошем смысле слова. Да, бывает такой парадокс. Ужас, но в хорошем смысле слова. Так, давай, ребята, осталось тут совсем чуть-чуть. И вот они уже идут. Блин, ну, в самом низу вообще никакой урон, ребят. Вообще ничтожный. Мы практически не наносим. Вот. Здесь уже 38. Ну, согласитесь, это мало по сравнению с тем, сколько у нас бьет горе луковое. По 98. Вот это урон у нее там, да, я не спорю. Вы сейчас в этом лично убедитесь. Смотрите, ребята. Офигеть, просто офигеть. Вот это она дает. Вот это я понимаю, ребята. Так, мы получили с вами Ц-74. И у нас, кстати, будет скоро 10-я волна. Молодец, хамбургер. Вот это ты меня порадовал. Потому что я могу тебя... Могу же я тебя... Что-то лежит, думает. Нет, наверное, его придется вылечить. Погоди-ка, блин, не надо было лечить, можно было, наверное, и так пропать. Так, ну что, у него, смотрите, урон 136-179, становится 148-196. Нормуль. Причем, вот, будучи атакован, может восстановить себе 86-60 здоровья. Честно говоря, я этого не заметил почему-то. Просто не заметил, ребят. Так, ну что, можно нам... Что нам сделать? Вот этот зал, где у нас... Как ее величать-то забыл? Нагибуля? А, забивашка. Нагибуля. Ну, нагибуля тоже неплохо звучит. Так, забираем. Ой, как же мы с вами хорошо зарабатываем гемы. Чудненько просто. На 7-й день я аж получу 100 алмазов, ребята. 100 алмазов.
Так, ну что там, 1,5 минуты у нас есть с вами. Я получаю обалденные суммы. Так, давай-ка, моя Джейн, роднуля. Так, 27,90 квадромиллионов. Хотя, на самом деле, это уже копейки для нас, судя по тому, какие здесь ценники нужны уже на диван Асана. А я молчу, сколько здесь нужно будет на стюрка... Как стюрка? Стирка дзюцу, шаолинская пекарня и автододзе. Автододзе, я знаете, что думаю? Я даже предполагаю, что будет. Если мы открываем, мы можем сами программировать нажатие, кликанье и так далее и тому подобное. То есть он будет делать все практически за нас. Мы будем просто наслаждаться с вами выручкой, боями и спокойно попивать, наверное, кофе, чай, колу, пепси, что хотим. И просто любоваться, как наши мастера будут разбирать эти волны. И, кстати, я думаю, что боссы здесь, ребята, тоже будут другие. Не знаю, почему сейчас в данный момент идет именно вот эта вот девушка. Постоянно на нас прет. Но, судя по тому, как я видел ролик, трейлер этой игры, боссов здесь будет просто тьма тьмущая. Поверьте мне, не меньше, чем у меня моих, как говорится, мастеров. Так что, ребятушки, если вам эта игра нравится, если вы хотите видеть продолжение, естественно, делаем лайк, пишем в комментариях и будем проходить, смотреть, будем доходить до нашего максимума, развивать, естественно, за счет, как ее там звать-то, ё-моё, вдохновение или как же она там, просветление, ну, конечно же, тихо, вот тебе, ребята, вот тебе раз, вот опять отвлекся и на тебе, бедный мой хамбургер сейчас упадет, роднуля мой, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое, в доли секунды, ребята, здесь буквально все решали, прожариваем, есть. Ой, сейчас будет больно. Горе луковое упало у меня. Ну давай, мордобой, вся надежда на тебя. Блин, а он слабенький. Он слабенький, ребята. Но удар у него действительно бриллиантовый просто-напросто. Так, все, забивашка, давай, смотрим, как ты тут действуешь. Ну, я вам скажу, довольно неплохо. Плюс она делает замедление на 2... думал, что все, на 2 секунды. Отличненько. Ого, ребята, золотой сундук. И... ядрить тебя на корень. Золотая шпилька мне достается, ребята. Горе луковое проапается. Сыр мордобой проапывается. Ой, ну вы меня порадовали. Просто порадовали. Золотой сундук, ребята. Правда, мы, ребята, в отключке. Но это ничего страшного, ребятушки. Давайте-ка мы с вами... Кстати, опять же, острая шпилька, это у нас из диван Асана. Но когда же я получу здесь-то своего юного повадана, я не пойму. Так, давайте повышать горе луковое. Ой, красота. Ой, красота, я еще могу даже пропать ее. Ха-ха-ха. Так, замечательно. Ханбургер, нет, не может. Красотка Джейн тоже не может. А вот сэр Мордобойс вполне даже может. Хоп-хоп, еще так бровями поиграл. Типа, все в порядке, Рэйчик. Можешь на меня положиться. Я на тебя положился, но ты меня почему-то подвел. Так, хорошо. А также у нас, ребята, добавляется. Да-да, именно добавляется, ребятушки, новый герой. И он будет стоять у меня в зале медитации. И звать этого персонажа Острая Шпилька. Что же она делает? Ее атаки могут отбросить врагов назад. Вот это, кстати, тоже очень даже хорошо. Урон, конечно, не особо такой блистательный. Но то, что она может их откинуть назад, это того стоит. Это того стоит, ребята, и я ее, естественно, назначаю в зал медитации. Да, пускай она у меня будет стоять именно там. Так, ну что, хамбургер уже оклемался. Так, моя горе луковая должна успеть? Нет, ребята, она, наверное, не успеет. Не успеет. Но пока эти говнюки тут будут идти, она должна уже... Смотрите-ка, сэр Мордобоец почему-то уже оклемался. Непорядок, ребята. Сейчас. Ну, согласитесь, я тоже немножко отвлекся и поэтому подвел своих ребят, то, что там начал смотреть, то, что не нужно было, в принципе, можно было и потерпеть. Но, как говорится, мое любопытство меня... перебороло, и я все-таки решил глянуть. Давай. Эть, хотел же без повреждений, ребят. Ага, хорошо, ребят. Тут все замечательно. Шикарно. Давай, последний. Убиваем его. Есть. Замечательно, ребята, замечательно.
Ох, елки-палки, это будет у нас 15-я волна. Вы можете представить? 15-я волна. Я просто... Ой, я просто боюсь даже представить, что там у нас будет. Просто боюсь. Все такие довольные, счастливые. Ха-ха-ха. Так. Надо потихоньку заниматься своим вот этим додзо. Как же я про него все время забываю. Так, залката. Естественно, открываем, ребят. Так, нам хватает? Нет, не хватает здесь, потому что нужно 57 СКС. СКС, ё-моё. Так, ладно, ничего страшного. Когда же здесь вот эти вот враги-то пойдут? Хм. Ну, согласитесь, мне невыгодно, ребята, забрасывать первую комнату, да, потому что они будут здесь идти, захватывать и забирать бабло. Зачем мне это нужно? Тем более она у меня тут развита. Так, хорошо, ладно, ребят, ничего страшного. Давайте, ну... Апать уже как бы нет смысла, потому что вот эти вот суммы, это уже, ребята, ничтожно мало. Я понял теперь. Я, кажется, ребятушки, понял, что нам нужно с вами делать. Нам нужно с вами просто-напросто... Нет, нет. Если мы отсюда перейдем во второе додзе, да, то враг, когда зайдет на крышу и пройдет ее, он заберет половину наших скоплений. Нам это не нужно. М-м. Я не хочу так. Поэтому как-то придется выкручиваться. Смотрите-ка, ребята. Горе луку, это у меня уже проснулось. Все-таки они отхиливаются быстрее, чем у нас начинается рейд. Ну что, готовы, ребята? Я готов. Поехали. Бомбим, 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 бомбим. Так, сколько мы уже? 30, так же наносим 38. Ну, слабо, слабо, блин, ребят. Хотя бы полтишок надо бы уже отнимать. Ай, сейчас упадет. Он упадет у меня опять в очередной раз. Ну, где ты, блин, восстанавливаешь себе здоровье? Вот скажи мне, Хамбургер, я не вижу. Не вижу я, чтобы ты восстанавливал себе здоровье. Вот здесь вот по красоте. Вот горе луковое действительно работает по красоте. Просто разбирает. Ну, Хамбургер, молодец. Скоро, скоро. Ну да, ребята, скоро он сможет прапаться. Так. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, мы с вами вот на этой ноте завершим этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Вы, надеюсь, захотите продолжение. Так что, ребятушки, лайкаем, комментируем. Ну, а на этом, пожалуй-ка, и все. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков.